ребятки, здорово. Мы опять в Петербурге. Вот. Приехала сюда на день рождения, на свое. Дочь меня пригласила. Дочь идет, дочь, привет всем. Вот. Решили мы прогуляться, посмотреть. Нынче уже не набежка, а будем посещать всякие музеи, выставки, интересные места. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на звоночек, вот, чтобы не пропустить следующее видео. Мы будем показывать вам интересные места. Кстати, кто не смотрел наши выпуски с Калининграда, советую. Они очень интересные, да? Вот. Мы продолжаем. Оп! Оп! Gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. Что, дочь, тут? Прикольно? Да. Я английский. Короче, побывали мы в магазине Сов Елисеевых. Нам понравилось. Место антуражненькое. Заходите, цены смотрите. Дорогие. Цены дорогие. Но у дочи есть свои деньги. Она купила себе по 100 рублей макароны. И зефирку какую-то. Мы пошли дальше. Thank you.
ребятки, объясните, что вы за свиньи, в таком красивом городе живете. Бутылки выкидываете прямо в реку. Ну, разве так можно? Ладно, можете не торопиться. Что-нибудь придумаем взамен. Только вот я не знаю, что теперь со Скофилдом делать. Ведь та же петрушка получится. Давайте пять.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. Площадь такой двери составляет 42 квадратных метра. Одна створка весит 10 тонн. Но два человека их могут открыть благодаря специальным шарнирным механизмам. Здесь сюжетная жизнь святого князя Александра Невского. Наверху Александр Невский на коне в битве со шведами 1240 год. На втором изображении Санкт-Петербург, 360 градусов. Там видно башню Газпрома. Эрмитаж. Там Эрмитаж у нас. Вы видите, словно вырастающий из воды стены. В Эрмитаж тоже сходим, тоже покажем. Сходите на Исаковский собор, на колоннаду. Тут прикольно, правда, ступенек много. На какой этаж мы поднялись? 15 этажей всего лишь. На 15 этаж как будто поднялись. Ну, подъем такой, подъем легкий. На самом деле, что, Сонь, пятерочку поставим? 5 с плюсом. 5 с плюсом даже поставим. Нам понравился и сам Исаковский собор, и колоннада. Это история. Так что, лайк, подписка с вас и комментарии обязательно. А мы пойдем дальше что-нибудь еще интересное Смотрите, кто идет! Это мафиоза! Что это за чемодан? Тяжелый видно. В чемодане, наверное, сокровища. Он нашел их под водой. Что мы стоим? Эй, бежим вперед!
ребятушки, короче, сходили мы в кунсткамеру. Мне вообще не понравилось. Ставлю двоечку, все не понравилось. 10. 5 не ставим максимум. 10. Вот, короче, ставим троечку. Хотите, идите, детям интересно, детям поучительно будет. Там каждая комната, это какие-то свои экспозиции. Вот, так что сходите, прописано, посмотрите. Написано. И лайфхак, кто хочет пройти без очереди, покупайте электронные билеты и заходите без очереди. Либо стоите в очередь, сейчас покажу какую. Короче, ребятки, если не хотите стоять в этой очереди, покупайте электронные билеты. Цена билета на 2022 год. 400 рублей, взрослые, детские, без всяких поблажек, без пенсионных, без льготных, без пушкинской карты, без всего. И идите. Детям можно сходить, взрослым, ну, я не знаю, посмотреть. Единственное, что можно там, это этот уродцев этих всяких. И то там один этот зал маленький. Все остальное больше это посвящено всяким культурам разных стран, регионов. Кстати, казус вышел, зашли туда. Но я как умная Маша зашел, спросил, можно ли снимать видео. Мне разрешили. Только без вспышки. Да, сказали только без вспышки. Поснимал буквально 5 минут, после чего ко мне подошли и попросили выключить камеру. Типа, съемка запрещена. Я говорю, объясняю, что я спросил, разрешение, мне все разрешили. Нет, сказали, тут даже телефонами пользоваться нельзя. А сами смотрители ходят и всем названивают. Вот так вот. Перекрываем. Кого? Записи свои. У нас только фотография. Я спросил, мне сказали, можно? Что с можно? Видеосъемку вести? Да. Нет. Так что оценка 3 заслуженная. 4. 3. 4. 3. Ну ладно, 3 с плюсиком. Ладно, 3 с плюсиком. Все. Вот, так что оставайтесь, подписывайте, лайк. Вот. И пишите комментарии обязательно, куда еще можно сходить в Питере. А мы будем вам снимать много интересных роликов, показывать. Надеюсь, наши места, которые мы вам показываем, вам нравятся. Так, мы пошли дальше. Ребятушки, новый день, новая локация. Где мы? Ага, мы в Эрмитаже. Решили приобщиться к высокому культурному. На улице холодно ходить. Завтра у нас ожидается поездка. Поездка ожидается, но навряд ли в такую погоду. Вот, решили сегодня в Эрмитаж посмотреть, что там, так что оставайтесь. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Thank you.
посмотрите. Смотрите, какая красотища. Боже. Часа, наверное, 4 тут ходит. Нет, меньше. А, ну да, с 12 часов. А сейчас уже почти полчетвертого. Приходите. Ставим 9 из 5. Ладно, 4 с плюсом. Прям отличное место. Приходите, смотрите. Ну, здесь вот. Мало где посидеть. А да. Это, если у вас болят ноги постоянно, то это очень... Из минусов это то, что очень мало стульчиков, где можно посидеть. Вот так вот. Это мой город. Приезжай к нам, если будет повод. Мы будем всегда рады в жару и в холода. Это мой город. Ребят, вышли мы на Выборгский залив. Пошли вдоль него сейчас. Прогуляемся, выйдем куда-нибудь еще. Вот, вот, Выборгский залив. Вот там вот. Там. Что-то еще есть интересного? Мы пошли туда. С погодкой нам вообще повезло. Не вот. Очень. Смотри, какая снег красотища. Снег идет. А снег идет. А снег идет. По колено в лужах мы пихачем. А
общем, ребятки, проходим мы мимо торговой площади. Вот там вот она находится у нас, площадь. Вот это вот ратуша, когда Екатерина приехала сюда, ей не понравилась крыша. Она сказала крышу переделать, сделать купол. Вот, и когда его переделали, вот сейчас я вам поближе, наверное, покажу потом, ее стали называть толстой, ну, вот эту ратушу. Вот. А если бы не было снега, мы там увидели бы номера на площадке. Это номера остались с торговой площади, еще старые, древние. Вот. Ну, идем дальше по Выборгу, гуляем. Вот здесь у нас залив с этой стороны. Половина уже растаяла, лед сошел практически. Ну ладно, пойдем дальше гулять. Снег немножко успокаивается. Может быть, нам повезет, да разъяснится, распогодится. Радует. Замок. Сейчас пойдем погуляем, посмотрим, что там. Вот. И пойдем дальше. А вон выход в Финский залив. Вот тут. Там, если видно. Сейчас мы еще посмотрим, прогуляемся, покажем. We'll be right back.
ребятушки по Выборгскому замку вы погуляли. К сожалению, он сегодня, основная экспозиция закрыта, так что имейте в виду, понедельник, вторник. Нерабочий день у основной экспозиции. Работают только две. Вот там вот видео посмотрели, где мы были. Сейчас пойдем обойдем вокруг замка, посмотрим, что вокруг него, и пойдем дальше гулять по Выборгу. Вот. Вы не забывайте лайк, подписка, комментарий. Обязательно оставляйте. Для вас стараемся, в такую погоду ходим. Вот. Вот это вот самый старый дом в России. Вот. Красотища осталась. Оу, снег падает. Так. Все, мы пошли дальше. Оставайтесь с нами. Конечно, не повезло, но в принципе городок сам понравился. Сюда, говорят, хорошо приезжать летом. Город красивенький, тут парков много, то есть хорошо тут. Вот. Обязательно посмотрите расписание электрички, как лучше уехать. В принципе, она ходит каждые полчаса, но ласточка ходит, по-моему, каждые 3 или 4 часа. Вот расписание проверяйте на сайтах. Вот, а мы пойдем уже на вокзал, нашу ласточку, поедем назад. Завтра пойдем в новые приключения, так что оставайтесь с нами. Кто не подписался, подписывайтесь, пишем свои комментарии. Вот. Выборгу ставим мы 4. Хороший город, но с погодой не повезло. Оценку снижаем не из-за погоды, наверное, из-за грязи. Ну, короче, 4. Ну, правомерная, да, 4. Оценка будет. Ладно, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Добро пожаловать в Выборг, это мой город. Приезжай к нам, если будет повод. Мы будем всегда рады.
Заячий остров, на Петропавловскую крепость. Сейчас здесь пойдем погуляем, посмотрим, что здесь есть. Нас бабушка с мамой догнали уже. Вот. Сегодня что-то прохладно, апрель месяц, 3 число. Вот. Но мы все для вас стараемся, снимаем, мерзнем. Вот, пошли дальше. В общем, ребят, сходили мы на Заячий остров, вот, погуляли по нему, приезжайте, гуляйте, посмотрите, есть что, как бы достаточно интересные экспозиции. По музеям мы не пошли, там получается 750 рублей единый билет на, по-моему, на 8 или на 9 выставок, и можно по индивидуально на каждую выставку купить билет. Ну, вы обязательно сходите, может, вам какие-то выставки понравятся, посмотрите. Ну а вы пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, были ли вы там на каких-нибудь выставках. Вот, а мы будем снимать дальше вам интересные ролики. Вот. Сейчас мы пойдем еще дальше, показывать вам еще новые места. Не выключайтесь, оставайтесь с нами. Вот. Мы набрели здесь на мини-город. То есть воссозданные скульптуры города Санкт-Петербурга, я так понимаю, да? Вот, сама Петропавловская крепость у нас. Вот. О, нашел. Вот она. Сейчас вам попоказываем. Кстати, летом здесь закрыто, не пускают. Так что где? Имейте это в виду. Ну, там ходить можно летом. Угу. А зимой это закрыто. Я вчера это прочитал. Специально ну, сюда шли, кстати. А? Ты наоборот сказал, летом сюда нельзя. Не, летом открыто. Летом открыто здесь. Да, зимой закрыто, так что имейте это в виду, сейчас буду показывать, смотрите.
хотели. Миникюры прикольные. Все сделано из бронзы, гранита. Все красиво. Пятерочка этому месту. Обязательно летом приходите. Зимой, ну, как вы вот будете вот в грязи ходить, вот тут вот, по кругу смотреть, не сильно впечатляет. Сейчас я дочь упрошу, если она согласится, мы пойдем вон туда. Вот. Пойдем сейчас на военную выставку, потом пойдем по ночному городу погуляем. И завтра у нас наши каникулы заканчиваются, мы поедем домой. Да. Так что лайк, подписка. Мы сходили в одно очень интересное кафе. Интересное кафе, советуем сходить, там очень вкусно. Да, и советую попробовать коктейль с сырной пенкой. Вот такая штука вкусная. Сырная пенка по вкусу, как растаявший сливочный пломбир. Все. Давайте лайк, подписка, комментарий, а мы будем дальше. Идите показывать вам места. Оставайтесь, не переключайтесь. Мы пошли на канал Грибоедова, вернее, на улицу Грибоедова, посмотреть подъезд. Какой красивый подъезд. Получится у нас туда попасть, не получится, не знаем, но мы идем. Так что оставайтесь, сейчас все будет. Ребятушки нас не пустили, да, там предварительная запись идет, если что, вот он этот подъезд, вот. Выходите с арки и идете в ту сторону прямо, там вон он подъезд, нас не пустили.
вагона. Короче, ребятки, сходили мы в океанариум, в питерский океанариум мы сходили. Вот видите, огромное здание. Не обольщайтесь, это не океанариум. Это торговый центр, в котором находится океанариум. Такой же есть подобие, нет, не подобие. Такой же есть, короче, в Москве. Не, в Москве там большой, прямо Москве... большой москвариум. Мы тоже, если получится, летом туда съездим. Вот, а сейчас, короче, мы пошли дальше уже. В общем, океанариум, мое личное мнение, я ставлю троечку. Хороший, можно что посмотреть. 5. Такой ребенок ставит 5. До того мы ставим 4. Ладно, на четверке мы сошлись. Угу. И пошли дальше. Схема. Там интересно, там есть водопад прикольный. Что там еще есть? Там на акул можно интересно посмотреть, если вы их любите. Что еще? Короче, там есть сайте, разные шоу. Кормление... На сайте узнавайте расписание этих шоу, приходите во время этих шоу. В принципе, мы пришли, там было плавание водолазов. Угу. Нормально. Вот кормление акул есть, показательное выступление котиков, тюлени. Да, тюленей. В общем, рыбки красочные, красивые. Вот, лайк, подписка с вас и комментарий обязательно. Вот, мы будем снимать еще что-нибудь интересное. Ребятушки, короче, сходили мы в планетарий. Планетарий номер один. Нам очень сильно понравилось. Советуем сходить. Вот, ссылочку скину внизу в описании будет. Но есть один минус. У кого очень плохой вестибулярный аппарат, может вас там укачать, можно так сказать.
Ну, бывают, да, моменты такие. Ну, оно того стоит. Как бы вещь классная. Обязательно сходите. Обязательно, кто не подписался, подписываемся. И пишем комментарии. Нам очень приятно. Так, ребятушки, мы опять вышли к Эрмитажу. Это наша уже вечерняя прогулка. Сейчас вам покажем еще ночной Санкт-Петербург. Вот. Оставайтесь с нами, лайк, подписка и комменты. Вот мы на Дворцовой площади вышли к Эрмитажу обратно. Сейчас показывать будем. Оставайтесь. Пока шли, были уличные представления же, да? Да, были уличные представления. Город понемножку просыпается. Начинаются всякие шоу на улицах. Ночной Санкт-Петербург красивый. Да. Особенно, когда, допустим, вот эти фаер-шоу, когда вот так вот крутят огнем, да, и ты думаешь, вот как люди не боятся огня, ведь они могут в любой момент, допустим, уронить это или задеть себя так, что может поджечь все. Ладно, сейчас показывать будем. Надеюсь, меня поймут. Мы находимся на Дворцовой площади. Там у нас находится Эрмитаж, в котором мы были, посетили. Там очень понравилось. Сзади у нас Триумфальная арка. Мы сейчас пойдем до Святейского собора. Прогуляемся, да? Посмотрим, как там ночью. Ребятушки, мы на Исаковском соборе. Все обозначаем на карте. Вы все видите. Все Смотрите. Будет, все хорошо. Не переживайте, найдете, где это находится. Да. Ладно, мы пошли дальше. Еще показываем ночной Санкт-Петербург. Лайк, подписка, комментарий обязательно пишите. Кто не напишет комментарий, тот какашка. Нельзя так. Тот змея. Пронзивший небо имперского блеска. Из дома, когда во всех окнах погасли огни, один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. I think that we've all had enough.
to drive ya. I think that we've all had enough. Оп! Оп! Давай с тобой потеряем там весь мир.